Русские новости, 40-й выпуск. В городе Асбест Свердловской области листовку с планом Даллеса признали экстремистским материалом. Причем на основании лингвистической экспертизы ФСБ. Видимо, в ФСБ совсем уже работают люди не просто безнравственные, это уже само собой, а сумасшедшие. Они не понимают вообще, о чем идет речь. Дело в том, что так называемый план Даллеса неоднократно публиковался и в художественных произведениях, и в аналитических материалах, в книгах, и в советский период, и в наше время. И теперь признать листовку с этим текстом экстремистским – это бред сивой кобылы. Конечно, у нас в судах работают абсолютные невежды, поэтому и принимаются такие решения. Но подсовывают им эти решения люди из ФСБ, видимо, тоже никогда ничего не читавшие и ничего не понимающие в том деле, которым они занимаются. Какой-то очередной заказ. Но вот беда, вот то, что написано в так называемом плане Даллеса, это именно тот план, который реализует правительство Путина. Видимо, поэтому дано какое-то указание, или оно просто заложено в мозги вот этим нерадивым судьям и ФСБшным экспертам, что план Даллеса уж здорово как-то расшифровывает всю деятельность Владимира Путина, который, между делом, тут в интервью итальянской газете сказал, что он вообще не жалеет ни о чем в своей жизни, что Господь Бог так устроил его судьбу, что ему не о чем жалеть. Ну, видимо, ему не о чем жалеть и по поводу того, как он обслуживал интересы воровской шайки Собчака в Санкт-Петербурге. Ему не о чем жалеть, когда он фактически скрыл причины гибели подлодки «Курск», когда произошли ужасные события в Беслане, в Норд-Осте, когда тысячи и тысячи людей были изгнаны, при нем были изгнаны с территории Чечни или погибли там. Ему совершенно не о чем жалеть, когда он разорил страну, фактически уничтожил здравоохранение, образование, науку. Не о чем жалеть человеку. Видимо, его Господь Бог – это не наш Господь Бог, не Господь Бог православных людей. У него свой Бог, и, наверное, имя ему Сатана. А что касается плана Даллеса, давайте прочтем то, что заповедал нам шеф ЦРУ и то, что так интенсивно реализуется под властью Путина в Российской Федерации. Текст достаточно известный, его многие читали. Но давайте вслушаемся в эти строки. «Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей». Разве не так сейчас происходит средствами массовой информации, не только зарубежными, но и прежде всего российскими? Мы же на русском языке слушаем и мыслим, и поэтому нам предлагают вот тот продукт, который мы видим каждый день по телевидению, слушаем по радио, читаем в газетах. Именно это. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Разве это не политика Владимира Путина? Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Ровно именно это и является задачей кремлевской пропаганды. Это пропаганда врагов России и русского народа. Поэтому план Даллеса – это их планы, поэтому эта листовка с вот этим текстом и была признана экстремистской. «Как?» – спрашивает Даллес. «Как мы это сделаем?» «Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России». Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания. Удар наносится прежде всего по самосознанию. И действительно, успех эти люди в определенной степени достигли. Самосознание русского народа подорвано, он перестал верить в себя, он перестал самого себя узнавать, а главное, перестал бороться за свой суверенитет, за свою свободу, за продолжение своего рода. Вот в чем проблема. То есть Даллес достигает своих целей, уже будучи давно мертв, но зато руками Владимира Путина и всей его группировки, которые находятся сегодня во власти. Как они это будут делать? Как они это делали на протяжении уже почти четверти века? Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность, отучим художников и писателей, отобьем у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Ну, те, кого у нас делают популярными, ну, какого-нибудь там Старикова или других придворных холопов, это же люди, которые именно этим и занимаются. Они
отбивают у людей охоту знать что-либо о социальной сущности происходящих процессов. Они просто морочат нам голову. Вот эти фильмы, которые все время показывают по телевидению, бесконечные сериалы, эти бандитские хроники и так далее, и так далее. Это все план Даллеса, и это план Путина. План Путина является планом Даллеса, они полностью тождественны. Далее, литература, театр, кино, все это будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства. Словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Владимир Путин этим занимается постоянно. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Именно так и произошло. Даже в советский период то и другое подвергалось не только насмешкам, но и преследованию. Сейчас воровство и предательство являются основой государственной политики нынешнего действующего режима. И всяческое самодурство чиновников – это норма нашей жизни, и никто против этой нормы не выступает. Напротив, это поддерживается всеми силами со стороны Кремля. Они реализуют план Даллеса. Нет сомнений. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство, наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, это все мы будем ловко и незаметно культивировать. Все это расцветет махровым цветом. Расцвело? Расцвело. Расцветает, поддерживает с Кремлем. 100% именно так и происходит. Читаем далее. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей из детских, юношеских лет. И главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из нее пошляков, циников и космополитов. Вот как мы это сделаем. Вот так они делают. Вот так они делают. Они превращают молодежь действительно в отбросы. И мы сталкиваемся с этими отбросами очень часто. Хотя в целом им все-таки план не удается. И поэтому они нервничают, поэтому они организуют всякие подложные суды, фальшивые следствия, фабрикуют образ русского человека как негодяя, пьяницы, убийцы, проходимцы и так далее. Все свои пороки они пытаются переложить на русский народ. Но мы, русские люди, должны этому сопротивляться, мы должны сплотиться в русское движение. Я говорю об этом уже многократно в наших русских новостях. Я надеюсь, что все-таки мы найдем возможность сплотиться, объединиться и дать отпор плану Даллеса-плану Путина. Это ведь один и тот же план. Разве вы не видите? Разве вы не замечаете? Да, конечно, протоколы сионских мудрецов можно объявить фальшивкой. Но почему же все реализуется именно так, как там написано? И план Даллеса можно тоже объявить сфальсифицированным или просто художественным вымыслом. Но почему же все реализуется именно так, как там написано? Неужели художник, писатель вот так точно узнает, что на уме у этих негодяев, которые пробрались во власть и уничтожают, каждодневно уничтожают нашу страну, нашу цивилизацию? Тот самый русский мир, которым они пытаются прикрыться, ну, сейчас уже, правда, значительно меньше говорят об этом, потому что предательство Кремля налицо, сказав русский мир, призвав русских людей к тому, чтобы защищать Новороссию, отстаивать Крым, они предали. Разве не так? Кому сейчас не очевидно предательство Кремля? Кому сейчас не очевидно предательство Путина? Наверное, таким же людям, которые один в один с Путиным. Поколение предателей, изменников и воров. Эти люди либо хотят просто поживиться при власти на ворованные деньги, им выплатят какие-то гонорары за то, что они обслуживают интересы этой власти. Либо они просто подлецы, от природы подлецы. Вот такие же подлецы, какие нами правят. Поэтому они поддерживают Путина, поддерживают его режим, поддерживают олигархию. Они могут говорить все, что угодно, любые правильные слова. В защиту Крыма, в защиту Новороссии, в защиту суверенитета России, против оккупантов олигархии и так далее. Но если они говорят в поддержку Путина, с этим сразу становится все ясно и все понятно.
Не надо вообще слушать ничего, что говорят люди. Достаточно спросить, вы поддерживаете Путина? Ну так вот, в глубине души. Ни на камеру, ни в интервью и так далее. Вы поддерживаете или нет? Вы согласны с его политикой? Вы согласны с тем, что творится в стране? Если человек согласен, дальше разговор вести бессмысленно. Это человек, выпавший из своего собственного народа, не желающий быть русским, не желающим процветания и благоденствия России как великой державы. Это человек, который обслуживает интересы начальства. Больше ничего. Может быть, он когда-то прозреет, но нам-то что его ожидать? Люди, которые поддерживают Путина, для нас не могут быть даже собеседниками. Нам спорить с ними не о чем. Даже если мы с ними найдем какой-то повод для спора, но зачем тратить время на этих людей? Давайте мы с ними не будем иметь никакого дела. Вот к нам на наши пикеты памяти Алексея Мозгового пришли представители НОДА, так называемого НОДА, Национально-освободительное движение, которое создано одним из халуев ельцинского, теперь путинского режима. И они решили затеять с нами какой-то разговор, там, побеседовать, вот у нас много общего. Я сказал, что у нас общего нет ничего, абсолютно ничего, и нам разговаривать не о чем, потому что достаточно одного пункта. Если вы преступника, негодяя, который сейчас пробрался на самый верх власти и уничтожает страну, считаете своим мессией, своим кумиром, ради бога, идите и обслуживайте его. У нас противоположная точка зрения, поэтому все, что вы думаете, все, что вы делаете, для нас это со знаком минус. Вы фальсифицируете патриотическое движение, вы фальсифицируете русский национализм, вы фальшивки, вы подставки для нас, вы обманка для народа, и вы просто обслуживаете кремлевские интересы. Не того старинного, древнего Кремля, который является символом нашей государственности, а Кремля вот этого подлинного, который сейчас наполнен поляками, польского Кремля, польский, я говорю, в кавычках, ну, то же самое, как если бы в 1612 году говорили про Кремль. В Кремле сидят изменники и поляки, то есть оккупанты. Сейчас то же самое. И наша задача освободить Кремль, освободить власть от всех этих негодяев, которые там разместились и вольготно себя чувствуют и реализуют план Даллеса. В том числе они реализуют план Даллеса и в Донбассе, в Новороссии. Они предали проект Новороссия, которым стали размахивать как флагом, но обманули. Обманули всех, и сейчас снова они позволили карателям подготовиться и вновь начать массированные военные операции по уничтожению русских людей на том клочке земли, который был освобожден от них. Все это результат, прямой результат Мюнхенского сговора. Я оговорился намеренно, Минского сговора, конечно. Мюнхенский сговор привел к войне, и Минский сговор привел к войне. Но та война была куда более кровавой. Там в столкновениях самых великих битв Великой Отечественной войны погибало 10-15 тысяч человек в день. В Новороссии тоже погибают, и много погибает мирных жителей, и бойцов ополчения, и с другой стороны того пушечного мяса, который Порошенко бросает в эту бойню, в эту топку своих амбиций, своих предательских планов. Эта война, конечно, менее интенсивна, но это все равно война. Сговор, предательство. Бывают широкомасштабные, со страшными последствиями, бывают мелкие. Но предательство остается предательством, в этом нет никаких сомнений. В течение всего 2014 года и весь 2015 год, сколько от него прошло, мы постоянно говорим о Новороссии, постоянно говорим о Донбассе, о политике Москвы, о политике Киева, о политике Европейского Союза, Вашингтона. Но мы все равно возвращаемся прежде всего к тому, от чего мы больше всего зависим и на что мы реально можем повлиять. К тому, что делает власть в Российской Федерации. А эта власть беспрерывно продает и беспрерывно сдает позиции наши, русские, русского народа, и лишают нас исторической перспективы. А мы-то объединяемся или нет для того, чтобы все-таки дать отпор? 2 и 3 июня мы вышли на пикеты памяти Алексея Мозгового, который был убит, я не сомневаюсь, по согласованию с Кремлем. Там знали, что готовится это убийство, и благословили. Мы вышли на этот пикет, но говорили, конечно, о разном. Это довольно трудно. В течение десятков минут
выступать без микрофона. У нас мы лишены микрофона, потому что такое законодательство для нас придумали вот эти негодяи, которые заседают в Государственной Думе. Такое законодательство для нас придумали депутаты Государственной Думы, которые, конечно, никого не представляют, кроме интересов олигархии. И по этому законодательству мы должны говорить без микрофона на наших пикетах. Ну, мы и говорили без микрофона, и нас слушали люди, правда, проходили, подавляющее большинство торопилось с работы домой, поэтому слышали нас только пока шли мимо того места, где происходил пикет, слышали одним ухом и бежали по своим делам. Но многие останавливались, обращались к нам лицом, и мы лицом к лицу говорили им правду, что происходит в нашей стране. Некоторые переходили на нашу сторону и оборачивались лицом в том же направлении, в котором смотрим мы. Мы призываем тех, кто способен на это, переходить на сторону русского движения, участвовать в русских мероприятиях, в мероприятиях русского сопротивления, русского движения, русского национального фронта, который объединяет несколько организаций в коалицию. И тогда мы будем смотреть в одном направлении, и, может быть, тогда мы сможем в этом направлении делать какие-то шаги. Пока нас очень мало, мы бьемся очень малым числом в течение уже многих-многих лет. Все эти 25 лет, которые прошли с момента краха Советского Союза, подготовленного, конечно, верхушкой КПСС, с момента разграбления страны Гайдаром, Чубайсом и всей этой сворой, из которой вырос Владимир Путин и вся его команда. 25 лет – это по большей части годы одиночества, когда русские сопротивлялись, русские политические активисты сопротивлялись разграблению, уничтожению нашей страны по одному или очень маленькими группами. Были всплески, самый большой всплеск был связан с партией «Родина», которая получила представительство в Государственной Думе, но после этого она была предана и верхушкой своей, теми, на кого молились избиратели и видели в них свое спасение, и активом партии, который весь сдался и не оказал сопротивления перевороту в партии «Родина», которую просто сдали, продали вот этому полоумному Сергею Миронову, который, в общем, ни на что не способен, кроме как обслуживать власть. Его там подучили чему-то, говорить он научился потихонечку. Ну, как был, так и остался псевдооппозиционером. Никакая это не оппозиция. И «Родину» тогда слили, провалили даже тот актив, и те руководители, которые на что-то надеялись, просто были выброшены на помойку, на политическую помойку. Некоторые, правда, на этой политической помойке укоренились, выросли и доросли до степеней известных. К большому сожалению, они не получили должного урока. Они, предав свою собственную партию, предав своих избирателей, пошли обслуживать тот режим, который яростно критиковали. Это просто удивительно. И активисты, которые действовали в партии «Родина», почему-то отказались от продолжения той судьбы, которая была предначертана, служение своему Отечеству и продолжение действий в рамках другой политической структуры, если уж Родина провалилась. Была тогда создана партия «Великая Россия» взамен Родины и для того, чтобы наиболее ясно мыслящие политические активисты вошли в ее состав. Что же вышло? Очень небольшая часть, год-два, потолкалась в партии, ничего не делая, и потом разошлась по своим делам. И сейчас фактически актива Родины не существует. Некоторым кажется, что есть этот актив, он когда-то может воспрять. Мне даже пишут из некоторых регионов, что вот если что, так мы, только дайте нам денег, и у нас будет все. Мы уже готовы, мы идеологически выверены. Ничего подобного. Все начинается не с денег. И не деньгами заканчивается, и не на деньгах строится правда жизни. Вы начните хоть что-то делать, тогда можно будет поверить, что в вас можно вкладывать, в том числе и граждане смогут что-то сказать. Да, вот это достойные люди, они сражаются до конца, они готовы к тому, чтобы противостоять воровской власти. А готовы ли они, если они бездействуют? Да нет, конечно, не готовы. На пикетах 2-3 числа действительно это трудно выступать долго. Мы фактически проводили политический ликбез для граждан и устроили такую импровизированную политинформацию. Может быть, разные ораторы друг другу несколько противоречили, но мы все-таки едины в одном в характеристике ныне действующего режима и в состоянии русского народа, который, конечно, находится при смерти, в тяжелейшем положении.
Мы это видим, мы это знаем, и мы боремся за свой народ и за свою Россию. А вы боретесь? А вы чем-то вкладываетесь в эту борьбу? Я думаю, что очень немногие готовы на то, чтобы просто даже пальцем пошевелить на клавиши мышки и что-то прочесть, что-то усвоить, что-то передать другим. Эта пассивность убивает наш народ. Пассивность, которая ограничивает кругозор человека только тем, что находится у него перед глазами, а ему перед глазами выставляют всякую дрянь. Действуя по плану Даллеса, выставляют всякую пошлость, пакость, вранье, предлагают беспрерывно любить начальство взамен того, чтобы любить Родину. И с этим как-то надо бороться, с этим надо, этому как-то надо противодействовать. Многие ли имеют потенциал противодействия? К сожалению, очень немногие. И наше воззвание к людям, которые мы обращаем на наших пикетах, это вопль, может быть, уже отчаяние, потому что в таком безнадежном положении находится наш народ, что иногда кажется, что мы своими глазами увидим ту катастрофу, которая предрешена действиями по плану Даллеса, плану Путина. И сейчас я представлю свое видение ситуации, которую изложил в выступлении на пикете памяти Алексея Мозгового. Главная цель нашего пикета – напомнить тем, кто знал, кто такой Алексей Мозговой, что это был за человек. А тем, кто не знает о нем ничего, хотя бы сообщить его имя. Но есть, был такой человек, который сражался за Россию и погиб 10 дней назад. Если бы погиб ваш родственник 10 дней назад, вы, наверное, бы вспомнили о нем. А это родственник всем нам. Это человек, который защищал всех нас. А вовсе не какой-то свой огород или свой город. Он поехал добровольцем в Новороссию. И не будучи профессиональным военным, организовал бригаду, один из лучших отрядов ополченцев, «Призрак». И именно потому, что он был одним из лучших командиров, за ним пристально смотрели и друзья, и враги, и прислушивались к тому, что он говорит. Враги хотели его смерти, а друзья поддерживали его чем могли. К сожалению, этих друзей оказалось не слишком много, потому что некоторые думают, что Новороссия – это кремлевский проект. И думают, что это отсюда организовали сопротивление, и все те, кто поехали ополченцами – это какая-то агентура. Так вот это не так. Подавляющее большинство ополченцев не получали никакой зарплаты. Более того, здесь, на территории России, их считают преступниками, наемниками, хотя они таковыми не являются. Мы знаем, что, конечно, из России туда едут профессиональные военные для осуществления специальных операций. Они все пишут заявление о том, что они увольняются из вооруженных сил, а потом едут. И если возвращаются живыми, если их там не поймали, то эта бумажка просто выбрасывается. Но эта помощь ничтожна. Помощь Новороссии ничтожна, потому что это всего лишь помощь для того, чтобы украинская армия не вошла в Донбасс, Донецк и Луганск. Всего лишь только для того, чтобы война продолжалась, но никогда не закончилась победой. А война заканчивается победой одной или другой стороны. А если кому-то очень хочется, чтобы война продолжалась, давайте спросим, в чьих интересах эта война? В чьих интересах, чтобы не было никакой победы? В чьих интересах? Эти интересы есть и в Киеве, и в Москве, и там в Верховной Раде, и у Порошенко, и здесь, в администрации у Путина, и в правительстве, и в Государственной Думе. Кто получает больше всего прибыли от войны? Прежде всего, та власть, которая навязывает нам фальшивый патриотизм и вместо патриотизма подсовывает нам любовь к начальству. Вот Алексей Мозговой не был таким человеком. Он прекрасно понимал, что враги есть и по ту, и по эту сторону фронта. И по ту, и по эту сторону фронта русские люди, которые не должны воевать друг с другом, а должны направить все свои усилия, чтобы раздавить врага, где бы он ни был. В Киеве или в Москве, неважно. Но поскольку он это понимал, а подавляющее большинство тех, кто ходит здесь по московским улицам, этого не понимают.
сейчас немножко прозрение начинается, когда мы год назад говорили, что предательство здесь. Нам не верили, говорили, да вы что, Крым теперь наш. И этому надо только радоваться. Россия наша. А что нам, Киев чужой город? Или Львов нам чужой город? Какие города по всей Руси великой, настоящей Руси? Не вот этого обглотка Российской Федерации. Какие города нам чужие? Какие народы, которые живут во всей этой территории, нам чужие? Да нет таких чужих народов, которые шли всегда за русскими, за русским большинством, за русской великой культурой, за русским историческим творчеством, за русским государственным опытом. Все были едины вокруг этого стержня. А именно этот стержень предатели хотят разрушить. Они сплотились в олигархию. И она действует. И в Киеве, и в Москве, и по всей Украине, и по всей Российской Федерации. И именно эти люди делают ставку на то, чтобы стравить нас в войне между собой. Не только русских с нерусскими, но и русских с русскими. А для нас любой украинец – это русский человек по происхождению. Потому что он от того же корня. Потому что Киев – матерь городов русских. Потому что вся история наша – это история одного и того же народа. А нам хотят сказать, что это совершенно чужой народ. И здесь пропаганда на телевидении говорит об одном и том же, что там наши враги, а не наши братья. И нам все время показывают ужасные кадры, но нам не показывают тех, кто сражается против карателей. А каратели, конечно же, собирают. На чьи деньги, вы думаете? Да в том числе и на те деньги, которые приходят из Российской Федерации, от олигархии, которая живет по принципу «ворон ворону глаз не выклюет». Они все заодно, они переплетены своими коммерческими интересами, своими коррупционными интересами, они связаны воедино, эти олигархические структуры. И поэтому им нужна война. И поэтому по телевидению они показывают не мозгового, и не людей, которые реально готовы оказать сопротивление и встать за нашу страну и наш народ. А они показывают рыдающих матерей, показывают растерзанные тела и говорят нам, вы хотите, чтобы это было у вас? Если нет, тогда любите тех, кто в Кремле. Мы должны их любить, тех, кто организовал эту войну. Как это может быть? Может ли это уложиться в голове в одной? Либо вы любите начальство, либо вы любите Россию. Вы должны это выбрать. Выбрать, потому что сейчас страной правят предатели. Предатели во всем. И в том, что происходит в Новороссии. И в том, что происходит в экономике. И в том, что происходит в социальной сфере. Мы не зря об этом говорим, потому что и у Алексея Мозгового в голове была не только одна война. Есть такие люди, которых называют псы войны. Им не важно, за кого и где воевать. И такая диверсионная группа как раз и убила Алексея Мозгового и его ближайших соратников. Там не он только погиб. Вы знаете, как действуют такие группы. Это тоже есть своеобразный почерк, уже он сложился. Когда они устраивают засаду, взрывают мины, которые превращают в решето автомобиль, в котором едут люди, а потом расстреливают из автомата. Кто все это организует, кому все это нужно, чтобы не было здравого, верно мыслящего русского человека, который с оружием в руках способен отстаивать интересы нашего народа и нашей страны. Кому? Да тем же самым людям, которые разоряют сейчас российское образование, российскую медицину, которая вся теперь коммерциализирована. Если кому-то надо лечиться, ему надо деньги платить. Или сидеть в очереди с непонятным результатом после этого, когда вы попадете на прием к своему участковому врачу. Если вы хотите обучать своих детей, то либо вы платите колоссальные деньги, либо ваш ребенок должен быть гением. А гениев не так много, и не на гениях держится страна, а на средних людях, которые должны получать образование и быть специалистами сразу после того, как они выходят из вуза. Разве таких специалистов у нас сейчас готовят? Даже за деньги. Даже за деньги. У нас выросло целое поколение неучей. Я уже не говорю, что происходит в школе. Там вообще прекратили учить. Как ввели этот ЕГЭ. Кто вбивал ЕГЭ? Кто знает? Никто не знает. Это личный проект Владимира Путина. Его проект уничтожения образования. И сейчас этот проект продолжается.
Вы думаете, сколько школ закрывалось каждый год за последние 15 лет? 1000 школ каждый год. И в прошедшем году закрыто 1000 школ. И страна оказывается вообще лишенная образования. Где она сохранилась? Разве учителя настраивают на то, чтобы он учил людей? Его настраивают на то, чтобы школа стала коммерческим учреждением, чтобы она сама себя обеспечивала разными коммерческими проектами, всеми правдами и неправдами привлекала к себе учеников, которые вместе с родителями бы еще приносили бы какие-то деньги. То же самое в здравоохранении, то же самое в науке, которая подменена каким-то идиотским Роснано или каким-нибудь там Сколково, где там приглашают иностранцев, якобы они умнее наших ученых. А наши ученые куда подевались? Они все выехали. Они все выехали. Я из того поколения, которое было подготовлено к тому, чтобы осуществлять прорыв в науке. Этот прорыв был подготовлен. Когда он сломался? В начале 90-х. И наиболее подготовленные люди поехали за рубеж, потому что только там можно было делать науку. А здесь делать науку невозможно. Спросите, если у кого есть знакомые ученые, можно ли в России заниматься наукой. Отдельные, может быть, какие-то институты есть, маленькие крохотные группы, которые хорошо финансируются. Сейчас стали военную науку финансировать, но тоже по узким направлениям. А реально наука уничтожается, поэтому падают прогрессы. А не потому, что там какие-то диверсанты нам придумывают. Кто такой самый главный диверсант? Да тот, кто погубил российскую науку. А теперь губят еще наше гражданское самосознание, которое должно требовать от власти ответственного правления и народного представительства. Разве эти люди ответственны? Они ничего не умеют и не знают. Это так называемые эффективные менеджеры, которые никогда ничему не учились. Возьмите, кто у нас возглавляет Росатом. Это Кириенко, Сергей Кириенко. Киндер-сюрприз его звали, когда его назначили специально, чтобы он в 98 году обрушил экономику, олигархия обогатилась, а все остальные разорились. Это человек, который не имеет образования по этому профилю, и который известен только как член секты Хаббарда и организатор разных лотерей. Вот чем он занимался в то время, когда другие учились. Какой Росатом может быть в его руках? Думаете, остальные там большие ученые? Ну кто такой Чубайс, чтобы возглавлять Роснано, наукоемкие технологии собирать? Это человек, который вообще ничего не понимает в науке. У него мигают только цифры в глазах, сколько ему получают. Когда в Государственной Думе был запрос, а сколько получает Чубайс государственной корпорации? Оттуда из Роснано прислали бумажку, что это коммерческая тайна. И потом только через много лет руководители госкорпорации заставили публиковать данные о том, сколько они получают. Вы все, кто здесь стоит, получаете год, может быть, миллион, может быть, 2 миллиона рублей. А у этих людей норматив 1 миллион рублей в день. Они могут понимать ваши интересы? Не могут, не могут. И мы, если мы граждане, мы отвечаем им тоже непониманием. Мы не понимаем, зачем вы там во власти. Кому вы там нужны? И только в той точке, где власть вдруг как-то позабыла фальсифицировать выборы, ответ сформулирован. Ответ такой, вот маленький город есть в Калининградской области, Балтийск. И там как-то забыли, вот эти ребята, кремлевские технологи, как-то забыли подтасовать выборы. И там Единая Россия, которую по недоразумению называют партией власти, не получила ни одного мандата. И вот точно так же, как граждане, мы должны себя вести. Ни одного мандата этой поганой власти, от нас ни одного, фальсифицируют выборы. Подавитесь своими выборами, подавитесь своей думой. Но от нас ни одного голоса, ни одного мандата. Я думаю, что Алексей Мозговой думал точно так же. Его последний документ, который он подписал, его политическое завещание, было о том, чтобы создать русский совет, который будет защищать права русского большинства, брошенного сегодня на произвол судьбы, уничтожаемого так, как уничтожают оккупанты оккупированные территории, если хотят их зачистить полностью. Вот так ведут себя. И на Украине вот эти укробандеровцы. Это не все украинцы, это жалкая кучка инородцев, которая захватила власть. Они и не украинцы, они и не русские, они вообще никто.
просто нечисть. И у нас точно такая же нечисть сидит в Кремле. Если мы этого не понимаем, тогда мы просто сдаем свою страну. Сдаем своих героев и не помним их. Потому что у нас в голове нет больше ничего, кроме своей зарплаты, кроме своей работы. Но тот, кто думает так, рано или поздно становится рабом. Или его хозяин пинком под зад вышибет, потому что у него нет никаких прав, кроме как быть рабом. Или сюда придут такие же бандеровцы, только с другими политическими платформами. И они будут подчинять своей воле вас, тех, кто не имеет своей воли, кто не может сопротивляться этой чуждой нам воле, так как сопротивлялся Алексей Мозговой, как сопротивляются ополченцы, которые сражаются и за вас, идущие мимо, и ничего не понимающие в том, что творится в нашей стране. Вот мы, кто стоит здесь, развернутый к вам лицом, мы что-то уже поняли. А вы, те, кто стоит к нам боком и только ухом, слышит, что здесь что-то такое происходит, неважно что, меня это не должно волновать. Вы не поняли ничего. Вы еще не поняли ничего. И поэтому вы обречены на то, чтобы быть неуспешными в своей стране. Наша страна в целом неуспешная, потому что над нами стоят негодяи, которые хотят, чтобы править вечно, и чтобы мы все были неуспешны. Неважно, кто вы там, учитель, преподаватель, профессор, ученый или бизнесмен, или просто мастер своего дела. Вы не будете успешными, пока вы не станете гражданами. Пока вы не перейдете на эту сторону, пока вы не поймете, что на этой стороне сопротивление враждебному нам режиму. А этот режим един. По ту сторону фронта в Новороссии и по эту сторону фронта в Новороссии. И те, кто стоит, ополченцы, между тем и другим режимом, они находятся в ужасном положении, потому что с той стороны по ним бьют с фронта, а с этой стороны предательски бьют с тыла. И наше равнодушие тоже бьет им в спину. И если вы не знаете, кто такой Алексей Мозговой, значит, вы предали его. И предали его дело. И предали дело сопротивления инородному режиму, который подавляет нас всеми своими силами. И мечтает, что вы думали только о своем желудке и больше ни о чем. О том, как развлечься после работы, но только чтобы ничего не понимать в этом мире. Вы перестали читать книги, вы перестали общаться между собой, вы перестали любить свою родину. Вот в чем проблема. Когда вы стоите к нам одним ухом, вы таковы. А когда вы слушаете, когда вы обращены сознанием к тому, что происходит в нашей стране и то, что озвучивается здесь, вы становитесь гражданами. И тогда у вас возникает возможность эту линию перейти с другой стороны. Перейти на нашу сторону, на сторону русского сопротивления и народному режиму. Режиму, который хочет нашей смерти, расчленения России, уничтожения нашей страны и вечного правления до тех пор, пока здесь жив хотя бы один человек, считающий себя русским, и пока здесь есть хотя бы капля нефти. И сегодня мы помним об Алексее Мозговом и призываем остальных помнить о нем. Мы призываем поставить подписи, мы собираем подписи для того, чтобы одна из улиц Москвы была названа его именем, и чтобы мы постоянно напоминали о том, что это был за человек, и постоянно напоминали о героях ополчения. И мы хотим издать книгу памяти Алексея Мозгового и собираем средства на это. Те, кто способен нас поддержать в этом, мы тоже просим хотя бы в этом поддержать нас, помочь. Занимается этим проектом Елена Семенова, известный писатель, известный в наших кругах. Но вы, наверное, не знаете ее. Но, может быть, читали ее книги «На этнической войне», например, или ее исторические романы. Кто не знает, может в сети Facebook найти ее и посмотреть, что это за человек. Честный, отзывчивый, бессеребренник. Поэтому мы не сомневаемся, что, передав ей деньги, мы направим эти деньги именно на нужное дело, на издание той книги, которая выйдет на 40-й день, как мы надеемся, на 40-й день гибели Алексея Мозгового. Поэтому еще раз мы просим вас поддерживать ополчение всеми силами, в том числе и тех, кто будет возвращаться из Новороссии, потому что здесь они будут рассматриваться спецслужбами как лица подозрительные, получившие боевой опыт.
как лица, которые были на территории, как они считаются, предельного государства. Для нас это все одна единая Русь, большое государство. Они будут считать, что это наемники, что это люди, которые ездили там, убивали кого-то, стреляли в других людей, сопротивлялись другой армии. Поэтому их тоже надо поддерживать здесь, как мы можем. В том числе и защищая их, если придется в судах, выступая как свидетели, выступая в социальных сетях, защищая Новороссию своим словом, своим мнением, давая отпор вот этим сетевым хомячкам, которые беспрерывно льют грязь на нас, на русских патриотов, на русское движение, на Новороссию, на ополченцев. Мы должны чем-то ответить. Если мы отвечаем, мы граждане. Если мы не отвечаем, мы такие же, как вот называют в Прибалтике, негры, не граждане, негры. Вы негры, тогда вы идете мимо, и вам ничего не интересно. Или вы граждане, тогда вы вступаете в борьбу с олигархией, и тогда вы поддерживаете Новороссию и ополчение, и поддерживаете русское движение в борьбе с антирусским режимом, что в Киеве, что в Москве. Вот вы услышали то, что я хотел сказать в русских новостях, то, что мы хотели сказать на пикете памяти Алексея Мозгового, в защиту Новороссии, в защиту Донбасса, а в общем-то в защиту всего русского народа, который, к сожалению, проходит мимо с полным равнодушием и готов видеть гибель своей страны, гибель целых поколений, которые получат от нынешних поколений разоренную экономику, обезумевший народ, обнаглевшую оккупационную власть. Если это финал, тот, о котором мечтал Алан Даллес и о котором мечтает Владимир Путин, которому не жалко ничего, а поэтому он ни о чем не сожалеет в своей жизни. Если люди на это согласятся, то действительно план Даллеса, план Путина будет реализован. Один ставил задачу уничтожения России, потому что она была как бельмо на глазу, даже советская Россия. Потому что в ней все-таки жил русский народ, и он что-то помнил о себе. И в конце концов, если план Путина, план Даллеса будет реализован, то мы увидим своими глазами гибель нашего народа. Очень бы этого не хотелось, поэтому я призываю встать за свою страну в ряды русского сопротивления, в ряды русского национального фронта, вступить в русские политические общественные организации. Как лидер партии «Великая Россия» я приглашаю в нашу партию, где все идеологические концепции отработаны от и до. Нет никаких белых пятен. Ну, может быть, не все в полной подробности разработано, но нет белых пятен. Вся идеология, вся мыслительная работа проделана. Теперь необходима пропаганда, внедрение этих смыслов, которые мы постигли и изложили. Сознание массы. Без этого мы не сможем сделать ничего, потому что никакая олигархия нас не будет финансировать, никакая олигархия, никакие богатеи нас не поддержат. У нас нет спонсоров, были спонсоры, да сплыли. Очень незначительные средства на нашу партию выделялись разными людьми, но сейчас не выделяется ни копейки. Мы живем за свой счет, за счет своих небольших зарплат, из которых выделяем средства на то, чтобы партия существовала. Но без массовой поддержки, в том числе и финансовой поддержки, наша партия, конечно, не сможет сдвинуться с места. Так же, как и Русский национальный фронт, в который входят другие организации, наши союзники. Совместно с ними мы еще что-то сможем сделать. Но самое главное, что мы не сможем сделать ничего существенного без народа. Поэтому в народе, если есть люди, прозревшие, что-то понявшие о жизни, эти люди должны присоединиться к нам. Нас десятки, десятки, всего лишь десятки тех, кто повседневно, постоянно работает в политической сфере. А нужны тысячи, может быть, десятки тысяч. И тогда мы сможем повернуть миллионы к тому, чтобы они освободились от гнета олигархии, сбросили с себя оккупационный режим. Вот это и является нашей целью.